Всем привет! Вітам шістких! Честь Польщі, приятелі! Вот выехал с Майкопа, еду в Сочи встречать Лешика и его банду. Время 1:38, 1:38. Ехать, наверное, 5 часов. Вот эта гора называется гора Индюк. Я уже почти приехал к Туапсе. Остановился передохнуть. Дорога такая тяжелая была. В Туапсе вот такие пробки нас встречают. В полосу даже не могу заехать. О, пропустили. Еще чуть-чуть осталось до Сочи, совсем немного. Море, море. Приехал я в Сочи. Теперь надо искать отель, который забронировали. Зашел, купил сим-карты. Лешик попросил сим-карты купить. А сейчас поеду искать этот отель. Это центральная улица. Надо здесь потом прогуляться. Здесь очень красиво. Доехал до отеля. Еле нашел его. Камер нахватал. Поехал по выделенной полосе для автобусов. Ну, не знал, что там автобусы. Там камеры стояли. Мне кажется, что я там кучу штрафов нахватал. Нормально. Помашите ручкой. Лешик, помаши ручкой. Кока, почему ты говоришь, что ручку тебе ногу намахать? 4 рано. Bo teraz to, bo tam też piły. No największe zaskoczenie to były te pingwiny. Pingwiny? A te takie malutkie. Stać mi za Boże. No chyba się dzisiaj w ogóle nie kładziemy. Томик, привет тебе. Привет, Томик. Привет. Томик, забачь, Томик. Смотри, Томик, смотри, майковское. Надо было в Сочи приезжать, Томик. Я проснулся. Банда еще спит, наверное. На балконе никого не видно. Наверное, спят. О, днем тут покрасивее. Солнышко светит. Там уже кто-то загорает. Лешик еще спит.
Все, идем в Сочи изучать. Вот, ребята, за родину. Все, молодцы. Решили с вокзала пойти до порта. Вон туда. Центральная улица. К порту пойдем. За ile? За человек. И за три часа? Нет. 45 минут. Рыбали. Рыбалка вам сказала полторы тысячи. Это там катер маленький. Вот можно в аренду самим взять его, допустим, начальник. Здравствуйте. Вот так вот издеваются над поляками, заставили разуваться. Сейчас поедем ловить рыбу. Ага. Да, вот русскоговорящий. То есть да, все нормально. Да, поймем. Дайте мне порулить. Мими. Я тоже вам добре. Ты, але дрона стоп не выпущу. Чему? Бо як? З дзьобу. Там стане. А где з дзьоб? Ну там. З тилу. Там. Что? Лешик, вот на таком катере повисли, да? Ага. То есть сколько корабль? Сколько назад у нас корабль? Лодовка, слушайте. Wszystko do лодовки. Где находится тутай? Холодильник. Ej, teraz zdjęcia robić tu. Skipperowi. Co? Co? Skipperowi. Ja też tam czuję. Kapitan. Dobra, zdjęcia róbcie, bo wtedy pojechałem telefonu, to Таком лодке моглибыśmy закупить, не? А че этот яхта вот эта большая стоит? Управление делами президента. А. Путина? Ну да. Путина. А вот это вот самая большая точья. Тоже из него платили. Тоже Путин. А ты говоришь, нефть подешевела.
Найлепший рыбак Чорного моря. Так, покажи. Пусть люди видят, что рыба есть. Ну есть. Вот. Лешек запоймал рыбку. Ого. Не должно быть много. Одна. Они должны сидеть на всех крючках. Когда это есть. Есть! Да ладно! Сажу тушечек уйду! Але така сама, не? Ну сейчас я дам ведро и... Ты бы та сама! Та он их выпускает сразу. Поймал! О, две! О, хо-хо-хо! Две! Одна спаслась. Не, это такие... Как макрела, бачи. Но с голоду не помрем. Ну. Не, ну там не в час, но. Ну. Дико вжучила, мне было. Cześć, kochanie! Pozdrowa wszystkich! Kto ty się będzie łowić? No patrz teraz! Jacek, będziesz rybę łowić? To zaraz będę Jakub. Łowić, tylko tutaj rozmawiam, kochanie, to widzisz, rybę łowią. Spuszczajcie wniz, jeszcze udeczkę dadą, tułeczku, widzicie? Cześć! Mogę stawiać! Patrz tu! Да, а у Кольки ноль. Пять. Я Жомек, подай. Я тут. Я тут. Я тут, подай мне, без стаканчика. Я тут, подай мне, без стаканчика. Ладно, Лешик, тоже на линии сока. Добра? Ну, идите, добрый путь. Я так спускаю людей, покупаю спускать, или на тарах, и парше. Никого, не? Хорош. И на велику подойдем. Сейчас как раз... Добра. Сок, но здесь еще пивы. Добра. Закупки, закупки наши. А, ну. Алло! Ну что, за приезд! За приезд, за ваш отдых! Ирек, что с нами пьешь? Утка с пивом? Покажи, покажи, мы где? Не видим тебя. Мати, подай огурчика, якбыш мог. Не, без лапы. Пусть камера не видим. Startuje, ale muszę go skalibrować, kuźma. Podtrzymać go? A jego wietrem nie zdujut. Na radę. Polidział. Czekaj, jeszcze nie. Ja go odwrócę. Так. Куда он полетел? А вот. Сейчас роби бумеранг. Капитан Лешек, поприветствуйте. Ау. Застанемся на завтра. Это Юнга Яцик. Юнга. Скрэнч право. Это пассажиры VIP-класс. Так.
Dopiero się zacznie. Ну кто затанцует? Что мне поворачивать? Пошел Хасан! Ребята, понравилось? Подобалось вам? Да! Очень понравилось. Ромар, возвращаемся еще раз. Только я не завадил, что не могу я вообще. Это день десантника. На 2 августа десантники у нас купаются в бассейнах. Уже, видишь, то есть страх. Пустить, но... Не волно, у вас не волно. Но там, видишь... Лешек хочет дрон запустить, но боится. Я боюсь. Да, вижу.